Здравствуйте, дорогие друзья, любители живописи. Мы вас рады приветствовать в мастерской Елены и Владимира Ильичевых в галерее «Аурум». И вот сегодня нам очень сильно повезло. Наш любимый Игорь Мельников, это наш коллекционер, который коллекционирует нашу живопись, поделился с нами антиквариатом своим. И вот он нам предоставил 9 тибетских чайничков. Сегодня я принесла сюда 7, потому что еще 2 дома у меня работают как мастера чайных церемоний. То есть эти все чайнички имеют возраст начала, конец 19 века и к середине 20 века. Где-то вот 100-летний возраст точно. И вот один из них, вот этот нефритовую черепаху, мы буквально вчера-позавчера с Владимиром исполнили на большом холсте. Еще надо ее немного закончить. Остальные мы будем использовать на маленьких холстах. Вот, допустим, вот этого слона мы тоже уже исполнили 40 на 50. Вот он, да, вот этот золотой слон. Тоже из него возможно пить чай. Нас ждет вот этот чайничек с нефритами, с нефритовыми кольцами, посвященный драконам. Так, нас ждет вот этот, посмотрите, какой красивый чайничек. Я думаю, что эти все цветные эмалевые чайнички мы сделаем 40 на 40, такой квадратик. Вот этот нас ждет очень интересный чайничек. Мы про них расскажем, про эти чайнички. И, конечно же, вот этот снежный лев, вот это вот львиные головки здесь, этот очень старинный чайничек. А сегодня у нас вот тот, я его не буду трогать, называется «Царь виноградной лозы». Почему, при чем здесь виноград? Часто в Тибете выращивали наряду с чайным листом и виноградные тоже кусты у них были, потому что они как бы ценили виноградную гроздь как такую, которая очень глубоко вонзается корнями в землю и достает самые сильные соки земли. Поэтому у виноградарей часто бывали территории чайных кустов и территории виноградного выращивания.